Всем привет, дорогие друзья, вы на канале S&G, меня зовут Слуцкий Александр, мы продолжаем проходить GTA 5. Мы за Франклина здесь зашли. Так, ну и чем мы займемся? Давайте посмотрим на карте. Во-первых, у нас сейчас куча собственности у каждого из персонажей. Тут еще, кстати, можно прикупить, но у нас сейчас денег нет. Вот, ну и я не вижу заданий, допустим, у Франклина, да? Вижу задания... А ни у кого не вижу задания, подожди. Хотя нет, одно есть, но... Как ни странно, оно не показано. Ладно, может за Майкла перейти? Или может подождать какого-нибудь звонка? Лос Сантос Кастомс. Мне тут сказали, ты купил мастерскую LS Customs. Обалдеть, значит дела идут не так уж плохо. Видимо, больше не смогу драть себе плату за тюнинг. Так, подожди, не понял я, кто это? Только обещай, что не будешь заставлять меня называть тебя боссом. Передавай привет этому брехуну Ламару. Хао. А, от Хао пришло сообщение. Ладно. Ладно. О. Кто такой? Не расист? И? А что у тебя написано? Hey, what's up, homie? Hey, brother. What, you got a problem with me or something? No, no, you boys ain't the problem anymore. At least not the biggest problem. No offense. Yeah, well, all right then. So, can I get you to join the cause? What, stand out here in the desert and shout about immigration to nobody in particular? Man, fucking sign me up. Thank you, brother. В смысле записывай, Франклин? Ты дурачок? Crud! Господи, что это за чудо? See? Где моя машина? Куда? Что? А, вот же она, ё-моё, что-то я-то прям напугался. Прямо серьезно испугался. Буковка Т горит. Вот, у Тревора есть задание, по идее, да? Может быть, тогда сразу к нему и переключимся? А, так, блин, буковка Т горит голубеньким. Значит, это Майкл. А я зачем за Тревора-то зашел? Ладно, сейчас переключимся на Майкла тогда. Займемся делами уже. Хватит. Не-не-не, Тревор, тихо-тихо-тихо. Я тебя не хотел тревожить. Занимайся своими делами, продолжай. Мексам нужны пушки, и кто-то должен их доставить. Вот. Майкл спит. Просыпайся, Майкл. Пора ехать к Тревору, как бы тебе этого не хотелось. Когда мы уже расскажем Тревору о том, что все не так, как он думает? Ох уж не знаю, но это будет не очень приятный разговор. Я думаю, вы со мной согласитесь. Да блинский, что там слева происходит опять? Майкл, давай посмотрим. Вот у меня такой же вопрос. Кто тебя хочет там убить? Пол косаря. Ну хотя бы что-то. Ну давай свои пол косаря. О, черт. Они сейчас заметят. Трупы. Может быть стрелять уже сразу? Эй, парень. Вы не с тем связались, ребятки. Ну все. Вставай, друг. Я всех положил. Тысячу баксов.
Я сохранился? Или нет? Да, вроде. Блин, а? Ну ладно, давайте на их мотоцикле хоть поедем так. Не зря же все это задевалось. Вмешались, да, встряли. Ладно, Майклу не привыкать. А мужику реально повезло этому. Его бы просто на куски пустили сейчас эти байкеры. Он, кстати, еще гоняет один. Тут район такой. Нужно быть крайне осторожным с ними. Интересно, ну-ка. Не, на заднее колесо не может встать Майкл. Почему-то, ну ладно. Едем уже, наконец, к Тревору. Отжали у байкеров их коня, можно так сказать. Тревор, ты дома? Тревор! Ночь прошла, наступило утро. Надеюсь, Майкл, ты хотя бы поспал. Тревор about? He's probably out somewhere drinking human blood or eating household pets. He's not that bad. Really? Well, okay, he is pretty bad. But he's got a sensitive side. Oh, yes, he's very sensitive. When he gets his feelings hurt, he's devastated. So what's your story? I ain't got a story. I'm an independent thinker, living out here away from the man. From what I can tell, you're like a high school athlete, living off old glories. You used to be able to manage heat, and now you're worried if your loafers are getting scuffed. Any more bullshit comes out of your mouth, you're gonna learn all about my past glories firsthand. You understand? Absolutely, sir. That came out wrong, all wrong. Tell Trevor the monthly train is coming through. What monthly train? The monthly train. Where have you two been? Getting some fresh air. Talking of beautiful things. Yes, I hear Stockholm Syndrome is very nice this time of year. Hey, watch your mouth, boy, all right? It's always been a dream of ours. The train of dreams. The hell are you talking about? I'm talking about gold. Enough to keep Ron in trailers and you in therapy. Enough so that we can pay off that Mexican and get you back in town, oh. Baby! Yeah! Oh, this better be fucking good! Jesus. Fuck. Ah, man, we've talked about this hygiene thing before, bro. I invite you into my home, this is how you repay me? It's like living with a fucking horny skunk. Какого хрена Тревор опять задумал? Ладно, погнали. Запрыгните на крышу поезда. Оу! Хорошо. Ха-ха. Ладно, ладно. Я сделаю это. That's about the size of it. Make it a fast boat. Ah, the logistical mind of Trevor Phillips. Гений логистики. Sometimes this is a high value courier service run by Опять? Oh, Meriwether? Tranquilo, Mike. This ain't a weapons train. It's goods too valuable to insure for air travel train. Gold. Sometimes gold, sometimes artwork, priceless antiquities. Sometimes enough for you, me, Ron, everyone. Fine. And here she is, the magical train. Да, вижу. Вижу. Stop that train! Блин, а как? Как я это сделаю? Как я это сделаю? Don't leave without me! Тревор, Mike, мы что, опоздали? Think for your shopping list. We'll need some bombs. Okay. I'll pick them up when I'm back at the trailer. Back in the trailer? Where are you? С возвышенности. Не получилось. Getting changed? What have you turned into?
Давай, 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 давай. Есть контакт. Поезжайте вдоль. Ладно, не надо было останавливаться, я понял. А это будет нелегко. Удержаться на поезде. Тревор, ты просто бешеный псих. Я в очередной раз это скажу, но прыгать на мотоцикле на поезд и ехать потом по крышам до локомотива, чтобы добраться. С ума сойти. Это невозможно в реальной жизни, но в GTA. Он шлем одел, смотрите. Он понял, кто им управляет. Офигеть, поезд такой длины, жесть просто. Когда уже эти вагоны-то кончатся, ну? А шлем забавный. Есть контакт. Офигеть. Ну что, погнали? Немножечко подбавим газку. Главное не вылететь с рельс. На такой скорости мчимся просто, жесть. Так, переключаемся на Майкла. Надо успеть, я так понимаю. На катере, да-да-да-да-да. Давай, Майкл. Немножечко ускоримся. По волнам прыгать это, конечно, хорошо, но надо успевать, надо успевать. Железнодорожный мост, это вот этот или дальше? Нет, это дорожный мост. А железнодорожный чуть дальше, по реке, да? Вот он, поезд. Охренеть! Тревор, а ты везучий. Так, 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 так. Бомба липучка. Оранжевый контейнер. Вот он, вот он, вот он, вот он. Тихо. Че, нет? Есть контакт. Что такое? А, ну да. Так я и думал. Так, за дерево. Не лучшая идея прятаться. Понеслась. Это они жесткие. Жесть. Тихо. Для вертолета у нас есть особое средство. Есть. Нет, Тревора так просто не остановить. О, еще один. Все, готов. Так. Снайперов. Мэриуэзер. Снайперская винтовка. Тепловизорный прицел снайперской винтовки. А у меня есть такая вообще? Это... Майкл.
Минус один. Минус второй. Минус третий. Где еще один? Вот он. Да, блин, там еще и вертолет. Да какого? Воу-воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Так, пора брать что-то посерьезнее. Ракетницы у нас, к сожалению, нет, да? А, есть, смотри. А, я его и так сбил. Ладно. Блин, Майкл, давай-ка поторапливайся. Что-то мне уже не очень... Нравится это все. Что это летит? Это обычный самолет? Или что? А, все. Погнали, погнали, погнали. Да, Тревор, ты что делаешь вообще? Зачем ты нырнул под Майкла? Течение, блин, здесь. Давай, давай, Тревор. Унесло течением. Так, ладно. Ага, погоня. Ну как без нее-то? Надеюсь, мы все забрали то, что хотели. Понеслась. Нормально. Справились. Каким катером? Спереди, что ли? Не, спереди никого не должно быть вроде. Бам, и все, нет Майкла. А, ну конечно. До свидания, вертолет. You feeling alive? Juice pumping through your glands? My glands are just fine. Without the crack of brains, floating helicopters and sinking boats. Ладно, вроде отбились. Pull up just down the coast. Да, это была крутая заварушка. Спасибо Тревору. Вы видели, что он сотворил на мосту? Это ж капец. Whoa, man! You work hard for your living. Boil it down for me. How much you think you make for a senseless killing, huh? Couple nickels? Times are tough. Have been since we put you in the ground. Hey, you had your savings. That I couldn't access because you blew the identities. You know, there was nothing for Brad's defense. Ron organized some transport for us. Да, я вижу. Транспорт отхода. Oh, his and hers, huh? Because of your independent spirit. Для него и для нее. Hey, hey, hey. Hey, before you go, show me the loot. It's perfect. Perfect for fucking what? For squaring things with that Mexican psycho. We give him this, and you end your relationship with that little lady. Maybe we won't be dead men in Los Santos. I don't fucking see that Silicon City again. It'll be too soon. But this is my job, not your call to make. Nah, your job fucked things up with the Mexican to begin with. My job, my score, get your own! Wait, you give me that case, I'll give you something bigger. What? Union Depository. Fuck off. Can't be done. I never said impossible. Just very difficult. Verging suicidal?
That a line you're afraid to cross? Come on, T. You remember the dreams? Couple kids pulling jobs, big one. I know it sounded crazy back then, huh? But hey, you and me together again, with Lester and Franklin on board, we can do this thing, T. This ain't no dream no more. Yeah. You keep the case. Fuck me. Okay. Hey. All right. Here. Мне вот интересно, Майкл сейчас просто так это сказал? Или он реально хочет? Thank you. Just remember, I'm gonna be keeping my eye on you every inch of the way, all right? Of course. And if that bastard fucking cheats on her one more time, I don't know what I'm gonna do. You know, Trevor, we both know you're not the marrying kind. But hey, it's great to be back in business, huh? Let's bring it on. The big one! The big one! Крупное дело. Ой, не знаю, ой, не знаю. Майкл уехал. Тревор, ты поверил ему, да? Под откос. Максимальная скорость 105. Лучше, чем CJ. А, ну да, ссылочка. Помним, помним миссию у CJ. Подобную. Ну что? Конференц-связь, ну-ка. Hello. Tally's on the line too. Hey, Trev. All right. I need your whole crew over at Cape Catfish. We're moving on the chemical weapons plant. Nah. I just gave something to Lester. I need to deal with some stuff. Get back to Los Santos. Just, give me a week. We got the equipment with your Polito money. The gangbanger's already on the way. The window's open, my friend, and you are jumping out of it. Shit. Los Santos ain't going anywhere, bud. А, черт. Загрузили опять делами. С Мадраса разберемся потом, тогда получается. Ну да. Буковка Б появилась где-то вот здесь, да. Завод по производству химического оружия будем брать. Ай. Но я не хочу в этой серии этим заниматься на самом деле. Что у нас, кстати, тут у Тревора с смс-очками? Так, это мы читали. Запропастился поставщик. Пока не было никакого дохода. Ладно. Будут ли звонки какие-нибудь Тревору? Или встретим ли мы кого-нибудь? Может, поохотиться? Вон справа есть охота. Почему бы и нет? Просто мне хочется понять. Майкл, мне кажется, просто сейчас блефовал Тревору, чтобы разобраться со своими проблемами. Силой Тревора мы знаем не взять. Только так убедить его, то что он получит взамен еще лучше что-то. Блин, не знаю. По тонкому льду Майкл гуляет. Карта местная. Рейтинг каньон Трейлс. У нас есть РПГ, оказывается. Что же я раньше-то не использовал? Миниган есть у нас даже. Ракетная установка даже есть, блинский. Самонаводящийся. Тревор, да ты просто полностью укомплектован, что ли? Да, шокер. Такая вещь забавная. Ну-ка. Я там видел людей. А, уже нет никого. Мне кажется, кто видит Тревора, те сразу за километр уезжают. Тут у нас будка. Парк Рейнджерс офис. Нажмите для помощи. Опасность, опасность. Эй, выходи! Никого нет. Тревор, давай повеселимся. Не прилипло к колесу, ладно. Все? Нет, смотри. Там хозяйка пришла. Надо скорее взрывать.
Ах, красота. Бедная женщина. Ха-ха, Тревор. Я же говорил, мы с тобой повеселимся. Так, ну что, кто там едет? Ой, друзьяшки, друзьяшки. Так, ну-ка за будочки спрятались. Одного положили, второго положили, третьего положили. Не попал, к сожалению. Так, миниган. Не могу почему-то взять. Давай быстрее, сейчас закончится. My name's Trevor Phillips. Ну я сейчас погибну. It's the river time. Уходим, Тревор. Уходим, уходим, уходим. 4 звезды. Сможем уйти, как вы думаете, ребят? Я думаю, вряд ли. Там нас уже ждут вон. Но на этой верткой машинке, может быть, получится. В GTA всегда есть чем позаниматься, когда есть такая полиция. Быстрее, быстрее, быстрее. В другую сторону. С моста надо как-то съезжать. Как-то надо съехать с моста, потому что здесь нас рано или поздно поймают. Можно и вот так это сделать. Тихо, главное в воду не улететь. Тихо, Тревор, аккуратно. Мастер, это наше вождение. Вертолеты. Главная проблема — вертолеты. Здесь можем вообще выехать по пляжу? Вроде как да. Надо было в горы все-таки, а не на пляж, мне кажется. Хотя здесь у нас преимущество, потому что у нас машина такая. Вездеходная. Здесь, в принципе, мы можем скрыться. Но вот на дорогу я зря возвращаюсь, наверное. Хотя можно и не возвращаться. Лесопилочка. Вот это, да, вот это мы бучу устроили здесь. Не застревать, не застревать. Ни в коем случае. Тревор. Тревор, живи. Блин, пробили шину, по-моему. Да. Затруднительно сейчас будет маневрировать, но мы попробуем. Минус 2 шины. А по железнодорожным путям слабо. Полиция, а? Тревора так просто не возьмешь. Ой, они отстали. Они нас не видят. Смотри на них, а. Ай-яй-яй-яй. Тихо. Они реально нас не видят. Блин, ну ехать трудно, конечно. Тихонечко, тихонечко, тихонечко. Сейчас заметят, сейчас заметят, сейчас заметят, сейчас заметят. Нет, успели.
успели уехать. Да-да-да, они нас потеряли, ребята. 4 звезды. Ай, вертолет сейчас заметил. Да-да-да-да. Долбанный вертолет. Полиция. До свидания. Это просто вызов. Смогу ли я уйти от 4 звезд? От 5 было бы еще прикольнее, но... Да, блин, опять вертолет. Право не уйти было. Продолжаем двигаться по железнодорожным путям. Может быть, это принесет пользу свою. Может, под землю они уйдут наконец, и мы там уже спрячемся как следует. Они, главное, ничего не могут сделать. Я чувствую только поезд уже где-то рядом. Будет проблемно, если... Ай-яй-яй-яй-яй. Будет проблемно, если поезд поедет. Но пока вроде не видно. Реально, они нас не видят. Такие просто... Мы сверху едем, вон они снизу едут. Нормально вообще. Главное не останавливаться. Они под нами, да? А, вон они сверху. Блин, заметили. Слушайте, я здесь никогда не ездил. Забавные места. На двух колесах. Ой-ой-ой, прям на нас едут полиция. Вот это да. Вот это да. Типа перекрыли дорогу там. Да не. Тихо, не перевернуться. Нормально. Держимся. Эпичность зашкаливает просто. Уйдем ли мы от полиции? Не вылететь только, не вылететь. Куда мы в итоге приедем? Мне интересно. Там люди матраса, не будем забывать. Еще минус одно колесо, да ё-моё. На трех, на одном, то есть колесе едем. На одном, ребята, на одном. Надо менять тачку. Ну не трактор же брать. Нас, кстати, потеряли. На время. И вертолет далеко. Слушайте, давайте вот сюда. Как это сложно. Сейчас, да, все, заметили. Прострелили все шины, блин. Из-за этого очень трудно вести машину теперь. Ну, вы сами все видите, собственно, что я. Мы сейчас застрянем, мне кажется, окончательно. Ладно, на рельсы встать главное, как-нибудь на них удержаться. Но это неимоверно сложно, ребята. На трех простреленных колесах, конечно, это уже просто невозможно. Все, расстреляли все-таки. Но я пытался. Я пытался. В городе было бы полегче скрыться. Там все-таки есть закоулочки всякие. Тут открытое пространство. Вертолеты эти, блин. Если бы не вертолеты, мы бы скрылись спокойно. Но в том и сложность. Ладно, Тревор, поразвлекались и хватит. Надо будет заниматься делами. 5000 нас сняли. Но это того стоило. Пишите в комментариях, стоило ли это того. Увидимся в следующей серии. Будем уже заниматься делами. Как я и сказал. Не забудьте про лайки, про комментарии. Всем пока.